Российский университет дружбы народов принял участие в Московском международном салоне образования. Главной темой выставки стала новая экосистема образования. Мы находимся в международном Московском салоне образования, 75-й павильон ВДНХ, и представляем наш университет дружбы народов. Агитируем абитуриентов на поступление в наш университет, рассказываем о преимуществах, о программах обучения, о баллах ЕГЭ, а также о программе переводчика, которая дает дополнительное второе высшее образование, о программах магистратур. Также в работе салона приняли участие ведущие российские и международные образовательные и научные организации. Московский международный салон – это некая платформа для обмена опытом по актуальным вопросам российской системы образования. Эта выставка поможет мне в будущем с определением моей профессии и направлением в жизни. Здесь сидит много людей, которые помогут с профессией и много различных вариантов обучения. Рядом со стендом Российского университета дружбы народов по традиции собралось много ребят, которые хотели поближе познакомиться с факультетами и направления самого интернационального вуза страны. А представители каждого подразделения РУДН рассказали не только о научной и учебной деятельности университета, но и насыщенной студенческой жизни. Мы хотим познакомить их с трехуровневой системой образования. На сегодняшний момент это бакалавриат, магистратура и аспирантура. Помимо этого, у наших студентов очень насыщенная студенческая жизнь. Огромное количество мероприятий, более 12 студенческих кампусов, также собственная поликлиника, огромный теннисный корт и у нас есть физкультурный клуб. Приходите, у нас интересно, у нас насыщенная учебная жизнь, также студенческая жизнь. Будем вас рады видеть. Анастасия Колесниченко, Сергей Мартыненко. Новости ТВ РУДН.